Председатель правительства республики Гиляна Басхамжиева встретилась с уполномоченным по правам человека в Калмыкии Валерием Чубом. Стороны обсудили вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов граждан и итоги доклада о деятельности омбудсмена за 2022 год. В прошлом году поступило более 400 обращений, среди них заявления, касающиеся социальной защиты и социального обеспечения различных категорий граждан, в том числе мобилизованных, более 50%. Связанные с реализацией права на жилье, более 14%, обращения по вопросам соблюдения права на охрану здоровья и медицинскую помощь более 5%. Как отметил Валерий Чуб, распространенной формой сотрудничества с органами государственной власти было и остается участие регионального омбудсмена в коллегиальных и координационных органах. Премьер выразила уверенность в продолжении совместной работы по совершенствованию нормативно-правовых актов республики в различных сферах.